Сегодня в супермаркете «Фора» я купил сырок, напомню, чем карамель. Трумарка «Волошковое поле», стоит около 13 гривен, это где-то около 30 центов, 26% жиру, сделан в Украине. Такой сырок. Состав: сыр кисломолочный, масло вошковое, глазурь кондитерская, черный, цукор, какао-порошок. Сырок глазурован, 26% жирности. Ароматизатор шоколад. Ну что ж, будем есть.